О правах и обязанностях СМИ при освещении избирательной кампании рассказали журналистам на традиционном семинар-совещании. Говорили об особенностях предстоящего единого дня голосования 18 сентября, а также разъясняли требования законодательства Российской Федерации к средствам массовой информации. К примеру, в этом году аккредитация будет упрощена. Все для того, чтобы выборы были максимально прозрачными. Но самое главное в этой избирательной кампании даже не изменение законодательства, а другой настрой, считает председатель избирательной комиссии Донского региона Сергей Юсов. Первый этап избирательной кампании, процесс выдвижения и регистрации прошел без единого спора. Это очень важный показатель. Это очень важное начало. Хочется, чтобы продолжение было таким же. Избирателю отведена главная роль, и ему есть из чего выбирать, добавил Сергей Юсов. Зарегистрированы все кандидаты от всех политических партий без каких-либо скандалов и нарушений законодательства. А на выборах в Государственную Думу снова появились одномандатные округа. То, что появились одномандатные округа, и в Ростовской области их 7, это совершенно новое явление. Таким образом, в каждом округе проводится фактически своя кампания со своим набором кандидатов, со своей борьбой идеологий, со своими средствами агитационной кампании, которую определяют сами кандидаты и партии, которые их направили. Но здесь мы можем обратить внимание, тоже главную скрипку играют политические партии, потому что из 64 кандидатов, которые зарегистрированы, 63 – это представители политпартий, и только один самовыдвиженец. Также журналистам продемонстрировали устройство сенсорного голосования. Активируется оно при помощи одноразовой карты с индивидуальным штрих-кодом. Избиратель предъявляет паспорт или документ, его заменяющий в соответствии с законодательством, после чего сотрудник участковой избирательной комиссии активирует карту и дает ее избирателю. А устройство сенсорного голосования обладает световой индикацией. Горит зеленая лампочка, значит, мы можем подойти и проголосовать. Голосование производится через интерфейс устройства без использования бумажных бюллетеней. Голоса избирателей обрабатываются и подсчитываются автоматически. Пока такие комплексы установят только в Таганроге на 29 избирательных участках. Ростовские пляжи по-прежнему не рекомендованы для купания. Такие данные публикуют сегодня донские эпидемиологи. Вода по микробиологическим показателям очень загрязнена. В список нерекомендованных попали и пляжи Азовского моря в районе Таганрога. В белом списке остались только Павлоочаковская и Чумбур-Коса в Азовском районе, а также Соленое озеро в Батайске. В 1 миллион долларов оценивается бюджет фестиваля Bridge of Arts. Правда, эта сумма пока предварительная. Окончательный размер расходов подсчитают после фестиваля. Об этом журналистам рассказал пиар-директор фестиваля Алексей Павловский. По его словам, стратегическими партнерами мероприятия в этом году стали компания «Автодор» и группа «Агроком». Кроме того, многие компании предоставляют свою помощь в качестве услуг. Это транспорт, общепит и гостиницы. Напомню, фестиваль мотивационного кино пройдет в нашем городе уже на следующей неделе с 24 по 28. 8 августа. Это фото было сделано 116 лет назад. Девушка чихнула, фото испорчено, а переделывать долго и дорого. Сейчас, чтобы исправить снимок, нужно меньше секунды, и можно обойтись без фотографа. Есть айфон и руки, ты сам себе фотограф. С появлением Инстаграма фотоискусство сильно упростилось. Эти пользователи имеют по 500 000 подписчиков. Хватит на маленькую европейскую страну. А ведь, по их словам, они просто выкладывают селфи или просят сделать снимок друзей. Им для этого не нужны дорогая аппаратура и специальный свет. Александру всего 21, но он уже один из топовых ростовских фотографов. Ситуации и модели самые разные. От рок-фестивалей и боев без правил до свадеб и крестин. Это люди, которые женятся и выходят замуж, то есть молодожены. Также много персональных съемок. Это разные люди абсолютно, и дети, и девушки, и парни. Тенденция на айфоновые фото Александру даже нравится. Каждый может почувствовать себя легендарным фотографом Энни Лейбовиц и без специальной аппаратуры. С нынешним качеством фотографии на телефонах я часто даже сам свой профиль выкладываю с телефона, и иногда даже очень тяжело заметить разницу, если не приглядываться. Мы решили создать импровизированную съемку. По словам Александра, сложно сочиненной фотоаппаратуры нам не понадобится. Хорошая аппаратура, хорошая модель и
прямые руки. И, в принципе, вот они три кита, которые позволят сделать кадр, наверное, который понравится, ну, если не всем, то, вероятнее всего, многим. Что такое? Ну вот, видите, вот так вот встало, вот так вот. Вот так? Да. И все же, как рассказал Александр, большинство снимков, набирающих десятки тысяч лайков, сделаны профессиональным фотографом на хорошую камеру. А значит, эра сам себе фотограф еще не наступила. И фотография все еще остается искусством.